Набережно-Челнинский театр кукол скоро расскажет сказки падишаха. Новую постановку труппа покажет юным зрителям в рамках проекта «Театр и дети». Ее автором выступил режиссер Татарского государственного театра кукол Экият. Сказки падишаха станут первой премьерой для малышей в этом сезоне. Декорации Востока с первых минут постановки практически на час перенесут юных зрителей в далекую турецкую страну. Яркие краски и необычную цветовую гамму подарила спектаклю художник-постановщик Мурманского театра кукол Софья Шахновская. А вот воплотили образы султанов и простого народа челнинские кукловоды, исполнив в этом спектакле двойную роль – за себя и за своих кукол. Все, в общем, это вся сценография с помощью света, звука, черного кабинета где-то живого плана и взаимодействия кукол приобретает очень такую красочную, интересную, яркую картину. Героев в спектакле достаточно много, а вот их роли исполняют всего 4 человека, что добавляет сложностей актерам. Кроме того, использование планшетных кукол, прием, когда на сцене появляются сам актер и куклы, добавляет сказкам интриги. История о том, что, как великий падишах предлагает простому народу немного подзаработать, в общем, так можно сказать, что он предлагает мешок золота тому, кто расскажет ему невероятную небылицу. Вот, самому хану, падишаху скучно, и вот он таким образом решает развлечься. Челнинскому зрителю сказки падишаха будут доступны уже на этой неделе, в следующие выходные и на осенние каникулы. Любовь Захарова, Ради Ганеев, Челны 24.